мы вот ходили на субботники, и вот отмечали, мы ждали, что 22 это апреля у него день рождения. Догадываетесь, кто это на фотографии? Возможно. Давай, скажите. Да, мне кажется, это Ленин, не? Да, это Ленин, сегодня день рождения, 149 лет. Ох, ничего себе. Ну, мне кажется, он был хорошим правителем. Ну, то есть он помог стране как бы сильно и развил ее немножко. Ну, сложно. Я даже предположить не могу. Ну, литература. Кажется, это область, ну, писать. Был такой человек, он что-то сделал, все, как бы... Дети, смотрите, это наш великий Владимир Ильич Ленин. Что, смотрите, он детям конфетки дает, что и вам тоже он конфетку даст. Вот. Смотрите, какой он хороший. А мог бы и ножичком по горлу полоснуть. Точно не похож на Ленина, и возраст не тот, черт возьми. Это действительно Владимир Ильич Ленин? Серьезно? Да, ну, когда был Ленин маленький с кудрявой головой. Ну да, то, что у него вообще есть наличие волос, это немного смущает. Идеальных людей, конечно, нету, но были, конечно, у него свои ошибки наверняка. Но отрицать его роль в истории нашей страны, мне кажется, это тоже неправильно.